Любовь. Любовь приносит смерть. Смотрите! Дезептиконы атакуют. Бамблби, трансформируйся. Очень-очень напряженная ситуация. Ля-ля-ля-ля-ля. А-а-а! Чайник свой поставил. Приветствую тебя, дорогой друг, на канале Джоза Плей. Сегодня мы с тобой вернемся в Murder Mystery, поиграем здесь немножечко, давно сюда не заходили. Ставь лайк, если соскучился по Murder Mystery 2. Ну, я сюда зашел, в общем-то, а игра-то продолжается, здесь игра идет, там, видимо, убийца где-то уже дерется, наказывает маленьких нубиков, а у нас здесь, тем временем, любовь. Мальчик и девочка любят друг друга, как это прекрасно. Может быть, это на самом деле не девочка, а толстый-толстый мальчик, а? А ну честно, отвечай мне, чё, я нарушил вашу любовь? Да, вот плохой Джузеф, плохой. Ну так чё, игра начнется, давай. Раз, два, три. Стартуем мы с 2%, да? Но все как обычно, все как обычно. Главное здесь в самом начале на убийцу не попасться. Вот я вижу, здесь лежит декоративный ножичек, и кому-то здесь препарируют. Чувак, тебе нормально? А нет, кажется, ему очень-очень-очень-очень плохо. Ой-ой-ой, ребят, страшно. Вы же не убийцы? Вы здесь не убийцы! Блин, мне кажется, я пришел не туда. Что, где я? Что произошло? Почему? Что? Меня убили, что ли? Серьезно? Или как-то я не понял? Я не понял, как-то я погиб. Что это было? Меня читер убил, что ли? Или что? Подождите, я пытаюсь понять. Вот здесь сидит шериф, да? А из чего он стреляет? А где он вообще? Где? Неужели это читаки? Подождите. Вот он. Как он сюда забрался? Алло. А где убийца тогда? Вот смотрите, я здесь лежу. Меня все-таки убили. Но вот, может быть, ты убийца? А вон, он в лифте застрял. Лол. Смотрите, он в лифт как-то попал, да? Вот эта девочка, она была убийцей. Она отомстила мне за то, что я не дал ей любить. Вот это да, я понял. Вот шериф, давай, бей. А, кстати, как она меня так бесшумно убила? У нее перк, бесшумный убийца? Или что? Ну, ножичек у нее прикольный, так смотрите, сердечки раздает всем. Любовь, счастье. Но на самом деле это обман, ребята. Любовь приносит смерть. Я вам доказал. Так, а это ее, видимо, молодой человек, и она его не убивает. Ха, вот у них здесь любовный треугольник. Подождите, она же с другим парнем тусовалась. А чё, они все друзья, что ли? Чё это такое вообще? Что это такое? Почему они никого не убивают? Лол? Что, простите, что происходит? Какой-то странный сервак, да? Давай лучше на другой зайдем, а то здесь непонятные ребята тусуются. Во, мы перезашли. Здесь должно быть что-то поинтересней, да? Здесь уже не сервак друзей, а то там 5 человек, они все друг друга знают и друг друга не убивают. Кстати, напиши в комментариях, попадались ли тебе такие серваки, где все друзья. Вот и убийца. Кстати, этот безликий, это он и убийца, что ли? Вот это. Смотрите, он же безликий. И он убийца, да? Нет, это не он. Вот это шапочник-убийца. OP-1037, фу, он, смотри, режет. А там шериф, давай, шериф. Ломай его, ломай. Шериф, а он в костюме еще шериф? Ля какой. Ну, в любом случае, этот парень молодец. Он прикончил убийцу. Но если я буду убийцей, меня не приканчивай, пожалуйста. Хорошо, договорились там бы? Договорились. Ящерица. 3%, и мы не дружны. Мы остаемся обычными мирными жителями. Нам бы хотя бы найти, наверное, с вами убийцу. Убийцу не надо, нам надо шерифа искать. Ой-ой-ой, ты страшный парень безликий. Мне шериф, чтоб меня защищал. Шериф, защитишь меня. Вот кто ты, вот ты что ли стреляешь? А почему я не вижу у тебя
пистолет в твоей руке. Это, по-моему, это он шериф, да. Не-не-не, в меня не стреляй, в меня не стреляй. Все, мы знаем, кто такой шериф. И вот здесь вот девочки стоят, а он во все подряд стреляет, по-моему. Главное, меня не убей. Главное, меня не убей. О, а вот и выдал себя, вот и выдал себя молодой человек. Так, вот он. Вот он, убийца в кепочке. Кажется, минус шериф. Как-то странно, девочка погибла. Смотрите, ребята, убегаем. А ну стой, она не сдается до последнего. Пойдемте за пистолетом. За пистолетом мы пойдем. Пойдем, я сказал. Так, ты что тусуешься здесь? Ты пытаешься эту девочку убить? Ну а... Оу! Он залагал и убил меня. Вот эта скорость. Вот эта скорость и реакция мангуста. Я тебе отвечаю. Смотри, что он делает. Он замедляется. И потом адский разгон и быстро уничтожает. Вот, но шериф оказался быстрее. Он прирожденный шериф. Он тайный агент CCG. А, это опять атака роботов. Дезептиконы атакуют. Бамблби, трансформируйся. Трансформируйся, я сказал. Куда ты побежал, дурачок? Люди и проиграли войну с дезептиконами. Бамблби убежал, и все, и конец. 5%. Мы появились с тобой в подземелье. Рядом девочка с надувным кругом. Молодые люди, ребята, не приканчивайте меня. Я жить хотел, как бы. Я молод, прекрасен. В самом рассвете сил. Не убивайте меня, божожда. Да. Я выберусь на улицу, вы не убийц? Нет. Фух. Пока мы живем, но вот эта девочка очень опасна. Очень-очень-очень опасна. Так, ну, она вроде бы не причинила нам никакого вреда. Она решила забраться наверх и тоже спрятаться от убийцы. Вон она сидит, ну, стоит, так, а убийцы не видать. А вот это кто? Вы очень опасные люди, очень-очень-очень напряженная ситуация. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, убегаем. Так, стоим. Опа! Она была убийцей! А я же говорил, вот эта чуйка у меня работает на таких. Вон она туда убежала, я видел где-то ее... Где-то ее спасательный круг. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Я сам себе хороший друг, я не спасательный круг. Где ты, девочка? Михаил, круг. Если она вон там вот бегает, всех уничтожает, где-то должен быть шериф. О, пистолет. Пистолет. Как бы его сейчас подобрать? Так, без палева подбираем пистолет. Теперь подбираем девочку, где она? Где? Вон, я ее увидел. А, я промахнулся. Промахнулся. Стой, там была стена. Оставалось 30 секунд. Я потерял всю свою хватку. О, это корейский Бамблби. Смотрите, он пишет на корейском. Ванчхай. О, это корейские ребята. Только не заразите нас коронавирусом. Жесть, вот что они такие все лагучие. Это корейский сервер. И это корейские ребята. И корейский убийца уничтожил всех корейских мирных жителей. Вот это да, поэтому я в нее и не попал. А может быть, я просто нубик. И все, я разучился играть. И я не могу попасть. Смотрите, они наши. А давайте мы с ним пообщаемся. Я хочу сказать вам... Привет! Они меня не понимают. Печально. Ну что ж поделать, 6% мы мирные жители. Мирные корейские Бамблби. Не убивайте, пожалуйста, я знаю, вы все можете быть потенциальными убийцами. Потенциальными. Стоп, шерифа мы нашли. Шериф там где-то стреляется, в кого-то стреляется. А вот безликий шериф. Надо определить убийцу. Так, вот этот может быть убийцей. Да вы все можете быть убийцами. Чё вас тут так много? Чё так много? Чё? Много подозрительных ребят. Вот эта девочка убийца, да? Да? Кто? А ну признавайтесь. Может быть он АФК стоит? Или вот ты в шляпочке? По-любому ты убийца, да? А нет, это не он. Это где-то здесь убийца. Где-то. Я не понял только кто. Кто из вас? Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морской убийца, замри, я увидел, вот эта девочка. Ну почти что я угадал, я был близок.
Близ, а там же шериф, почему ты не стреляешь? Почему? 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 Почему ты оставил ее в живых? Шериф стреляет. Есть! Шериф прикончил, прикончил. Вон он, смотрите, безликий шериф. Победитель! Да, радостный, радостный корейский мальчик. 10%! 10%! И нам соизволили дать шерифа. Воу, давно я не играл за шерифа. И вообще за кого-либо, за убийцу. Или за пистолетчика. Главное сейчас не полечь, не свалиться за 5 секунд. А то, зная, здесь попадется вот этот какой-нибудь. И будет он убийцей. И прикончит нас за секундочки. Но нам же этого не надо. Мы должны быть сильны, дружны и в крепких руках. Подождите вы, опасны все. Отвалите от меня, пожалуйста. Кто из вас? Кто из вас? Не убивайте меня. Опа. Я услышал, услышал. Вот эта девочка, ты убийца, да? Ты же убийца. Да по-любому ты. Да блин, ну подвиньтесь. Чайник свой поставил, блин, перед выстрелом. Я же почти ее прикончил, ну блин, ну ты был героем. Прости, братка. Смотрите, он жалуется. Я, говорит, был мирным корейским мальчиком. Зачем ты меня убил? Ты подставил свой чайник под выстрел, блин. Ну вот так вот мы с вами и запороли нашу каточку за шерифа. Если ты хочешь видеть больше Murder Mystery 2, обязательно напиши об этом в комментариях. Не забывай подписываться на канал, если ты еще не подписался. Делись этим видео со своими друзьями. Не болей, не скучай. Пока-пока.